Сегодня ранним утром дорожники Химок вышли на борьбу со снегом на дворовых улицах микрорайона Подрезково. Уборка застала Первую Лесную и Советскую. Некоторое время эти улицы оставались под снежными завалами. Территория новостроек, а именно дороги возле многоэтажек, были включены в специальный реестр в прошлом году. И сейчас здесь кипит работа. В связи с тем, что это новостройки, эта улица новая, и она не была в титуле дорог. Теперь, когда ее занесли, выделили финансирование и производится уборка. 6 единиц техники, 2 самосвала, эвакуатор, газель, трактор и химдор задействовал все необходимые ресурсы, в том числе личный состав, 10 рабочих. Двор освобождают от всего лишнего. Машины, которые мешают уборке, переставляют с помощью эвакуатора. В предстоящие выходные уже обещают обильные осадки, поэтому снег не складируют, а вывозят сразу.